Всем привет! Сегодня, ребята, у меня на обзоре Солнечная долина. Мое любимое мускатное вино. Вот такое. Я много перепробовал мускатами. Я одно время очень сильно ими увлекался. И пришел к такому выводу, что мускат от Солнечной долины для меня, во всяком случае, самый интересный и самый лучший по отношению цена и качество. Стоимость этой бутылки 465 рублей, ребята. Была куплена в фирменном магазине «Солнечная долина». Самое главное, ребята, что это вино сухое. Обычная пробка. Хорошо. Значит так, налью. Читаем этикетку. Значит, куплено в фирменном магазине «Солнечная долина». Они снизили цены, сезона нет, вина особо не берут, поэтому правильное решение, надо снижать цены. Значит так, российское вино, ЗГУ, Крым, сухой белый мускат от торговой марки «Солнечная долина», урожай 22 года, вино молодое. Угу. Состав из сортов мускат белый и мускат Атонель, отлично. Алкоголь 12,5. Дата розлива 31.05.23 год. Прекрасно. Молодое, свежее вино. Всегда, ребята, если покупаете белые вина, особенно когда они не на винте, а с пробкой, всегда смотрите, какой класс. Смотрите на дату розлива. Максимум это желательно, чтобы оно было... Ну, 2 года, чтобы ему было, не более, потому что вино начинает деградировать. Уже сколько раз такого было. Значит так, цвет. Цвет светло-соломенный. Цвет молодого вина. Прекрасный цвет. Ой, какой тут аромат стоит. О, ребята, это просто сказка. Шикарный аромат мускатный. Просто бомба. Это белые цветы акации. Это фиалка. Полевые цветы. Запах цветущей липы. Тропические какие-то ароматы. Прекрасно. Вот не зря вот это вино, мускат от Солнечной долины, у меня самый любимый. Я пробовал и Бельбек, и Софью, усадьбу Перовских, много чего, и Два сердца. Но это, ребята, самое-самое интересное для меня вино. Класс. Мускатный орех. В общем и целом, аромат просто сказочный. Прекрасен. Давайте пробовать это вино на вкус. Поехали. Нет слов, ребята. Нет слов. Одни выражения и восторг. Очень, видимо, удачный был год для муската. Вино очень такое длинное, приятное, фруктово-цветочное такое послевкусие, с хорошей кислотностью. Вино очень сбалансированное, округлое, гамма всяких ощущений от этого вина. Это и кожура апельсина, горчинка очень приятная.
Это и желтая слива, и абрикос, и киви, и белый персик. Еще глоточек. Ой, хорошо. Вино, конечно, сказочное. Не зря оно у меня самое любимое. Почему Солнечная долина для меня это одна из любимых виноделин. За такую цену получаешь такой качественный продукт, если честно говоря. Скоро я сделаю обзор на такие недорогие вина по соотношению... Недорогие, отличные вина по соотношению цена и качество. У меня уже так насобиралась небольшая коллекция. Все вина будут недорогие, но на мой вкус и взгляд самые такие оптимальные варианты. Ну а вот этот мускат, конечно, ребята, если вы где-то его увидите, 22-й год, в 23-м году в мае розлито, 31.05.23, берите смело. Всем, кому нравятся парфюмированные сорта винограда, вам зайдет. Тем более это сухое вино. Просто шикарное. На этом все. Пишем комментарии, кто пробовал. Подписываемся. До свидания.